Ломали шлемы, петляем. Оп, оп, и призыв. Едем на спецучасток Р4. Да, да, да. Где тут выезд? Едем, едем, едем. Что там за машины сегодня? Там серьезная машина. Там конкуренты. Конкуренты очень серьезные. Мы без лебедки, как обычно. Ого! Что не тачка, то конкурент, да? Да, и слепой здесь. Санек, привет! Видишь, мы все заезды снимали со стороны. Саня! Со стороны. А этот заезд мы будем снимать из нашего крутого кокпита. Да, такое, блин, торжественное событие. Интересно. Давай. Ну, блин, аллилуйя. Что-то у меня аж сердце часто биться стало. Так, чемпионы мира тут и кто-то они такие, да, впереди. Фижак первый вырвался. Сейчас посмотрим, как они здесь проедут. Или почти чемпионы мира. Ох ты, ты шо? Да ты шо? Хорошее начало. Очень хорошее. Тут им надо налево, прямо не надо. Занесло нас, да? Крыло у нас стало чуть-чуть рачки, но ничего. Смотрим только самое главное назад. Мы наехали на кого. У нас перестали работать дворники и датчики. Вообще перестали, да? Датчики температуры. Сейчас чуть-чуть потерпи, я буду сейчас вылазить и... О, хорошо, что шлем есть. Да, помогает? Да, помогает, да. Сейчас башка бы уже была бы разбита бы. А этот свежепокрашенный УАЗик на БТРовских засел. УАЗик едет. Ну, шашига едет, по-моему, просто так. Красота.
красавцы. А эти двое встряли. Да не, походу своим ходом они тут не выйдут уже. Так, позвоночник, трусы. Ты же сам говорил, что нам главное доехать надо. Да, да, иду тихонько. Дворники, да? Что, все пропало, да? Все пропало, все пропало? Нет, все нормально. Сейчас, Рус, сейчас, подожди. Ну, я свою точку, твою сейчас буду. Ладно, едем так. Выезжаем на равничок, понял? Снимай в окно. Выезжаем на равничок, и я сейчас тебя... Шишига поехала, что будет кого-то спасать, или куда она едет? Ай, блин, похоже, что и шишига сейчас. Все, это все. А вот теперь их трое тут будет долго-долго сидеть. Я вообще дворник не работает, да? Вообще пропало и питание, понял? Но воды у нас нет. Да, да. Хорошая трасса, вообще мне понравилось, конечно, здесь. Сделали, конечно, шикарно. Дали там никого нет. Какой-то безумец не подлезет под наши колеса. Никого не хватит. Я думаю, что они еще не скоро нас догонят, да? Куда ты ехать, ты видишь? Назад, давай. Давай. Что такое? Привыкли. Сейчас разберемся мы с этой лужей. Я не знаю, как ты там будешь выезжать, честно, без лебедки. Будет проблематично, да. Если Франц, он сидит. Шрафнель летит в салон, ты шо? О, харно шрафнель. О! О, Круз, не. Да. Тут цементик, я тебе скажу, зачетный. Все? Все, да? Все. Приехали. К сожалению, да, но наша поездка закончилась. Ушли красиво. В ТР-4, да. Красиво. В ТР-4 мы закончились. Ребенку надо было брать.
там на такси встало. А он и сейчас сидит. Сюда, сюда, блядь, я куда там летет? Назад сюда! Сюда! А там лебедка! Вот пустые лебедки! Дефазику тоже сложно. Ну, начало было красивое. Начало было вообще супер. Ну ничего, ну. Да, было бы, конечно, не должно быть неплохо, но... Что, надо как-то выходить, пытаться отсюда. Ну, сейчас кто-то приедет, тоже застрянет, его вытащат. И потом нас. Так, друзья, у нас что-то... Передний мост перестал работать. Но... Серьезные машины... На лебеде раз-раз и поехали. Вот вторая. К сожалению, обидно, но надо было пробовать. Да, без лебедки. Затея. Никто не едет, видите? Не дефаз. Да. Идем на улицу, ну, или там не выпрыгнем? Как-то надо, я не знаю, как выходить. Надо по капоту, надо туда, надо как-то прыгать, да? А? Да, плохо, что пропал плюс. И у нас ничего не работает. Но ничего, уже это не столь важно. Видишь, смотри, вот здесь более ровно. То есть можно... Там, конечно, из-за ступеньки большой одного колеса не получилось запрыгнуть. Дорожник ходом прошел. Да. Красавчик. Франц зацепился, да. Вот так вот. Красава, вот нет, смотри. На всю гасли! Ты меня катал траекторию. Красавчик. Сейчас пошел Андрюха за тросом. Я же не планировал застревать, ничего не брал, ты понимаешь? Чуть не проехал. Ну и Франц по такой траектории, как я, его и выезжает. А где золотые суппорта? Ой, ёханый бабай. Первая лужа завис. Где ты тут? Так, вот она, топовая машина.
Ну ты старт снял этот фееричный, Женя? Хорошо, пробили дорогу тоже, видишь? Так, тросик порвался. Витя едет. Золотые суппорта едут. Ёлки новые. Да, не доспустил зад, надо было больше спускать. До 0.1-0.2. Тогда было бы легче. Так, хищник. Не попал, да? Так, Витя идет.